Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. В прошлой серии я говорил, ребята, что будет стрим в ближайшее время. Но так как дядя Рэй сел на стаканчик, стрима, к сожалению, пока не будет, ребят. Называется «Ушли в глухозимье». Это я так называю. В общем, ребят, через 4 дня, 23 часа у нас будет с вами... Что у нас будет с вами? Новая лига. Как ты видишь, я уже дошел до высшей лиги. То есть я накопил себе, ребята, 1105 самоцветов. И мы с тобой бежим куда? Правильно. Мы с тобой бежим открывать паки. Ну, давай посмотрим. Паки, паки, паки. Так, самоцвета нет. Для вас. Для вас. Конечно, для нас. Ну что, друзья мои, будем, наверное, открывать, как всегда, самый невезучий пак. Вот этот вот. Подожди. Ну да. Самый невезучий пак для меня. Попробуем, друзья мои. Может быть, на этот раз улыбнется нам счастье. Ох, друзья мои. Ох, как хорошо. Как хорошо, когда есть бутылочка холодненького пива. Пиво, конечно, для спортсменов это не очень хорошо. Но тем не менее, ребятушки. Жизнь же не заканчивается на одном спорте или еще что-то. Надо немножечко, капельку хотя бы отдыхать. Ну, как всегда. Тысячу необычных, редких. Все, можем, ребята, забыть про легендарный. Ой. Я буду удивлен, если мегаредких тут дадут парочку даже. Все, ребят. Воу! И... Ребята, я, если честно, против кукурузы абсолютно ничего не имею. Абсолютно ничего не имею. Это хорошая карта кукуруза, но, если честно, я хотел, ну, что-нибудь другое, блин. Что-нибудь другое, чего у меня еще не было. Так, кстати, мне надо посмотреть, у меня там на запись-то хоть... Запись идет, все отлично, ребята, все отлично. А то бывают такие моменты, когда я... Увлекшись, я не замечаю этого. Ну что, у нас уничтожить 5 растений, нанести 5 единиц урона героям, используя карты прочерк. Нанести 20 единиц урона ржавым разрядом. Слушай, ну... Задания, в принципе, неплохие, ребят. 20 единиц урона, вспышка на солнце. Так, ну что, поехали за ржавый разряд. Ребят, 1000 лет за него не играл. Так, подожди секундочку. Давай-ка мы, наверное, с тобой... разберем левак. 1655 карт. 1655 карт. А сколько у нас вообще в наличке? Ну, например, я хочу создать вот эту. Сколько у меня? Покажите мне, пожалуйста. 2270. Это, ребят, ни о чем. Так, значит, ржавый разряд. Ох, ребятушки, сейчас я попотею. Ну, мне уже некуда, как говорится, спешить. Где ржавый разряд? Я уже не вижу. Ой, Рэй. Ну, я накликался, друзья мои, сегодня. Я честно вам скажу. Ой. И против Бонгчуя очень... сложно будет мне, конечно, играть. Наверное. Видишь, что вытворяет? Вот я всегда думал, блин, почему зомби в основной части своей проигрывают. А знаешь почему? Ох ты. Потому что, друзья мои, нету у нас хила. Ну что это такое вот выпало? Он мне вот одним орехом, ребята, все испортил. Вот этим вот. Представляешь? Ну, это уже не труп, нифига, ребят. Нет, труп. Нет, не труп, нифига. Это 5 и больше. У меня уже 10 хп, друзья мои. 10 хп. Что я здесь делаю? 4-2. Меня сейчас разнесут в хлам.
еще вытворяет. Пять это семь, да? Ой, шесть это восемь. Ну вот что вот сейчас я буду делать здесь? Во, видел? Твореныш. Это тебе. Жопа. Вон, ребята. Малышам, наверное, эта серия не понравится, потому что они слишком много похабщины. Ух, смачно. Погнали. Да какого хрена? Я даже выбрать, ребят, не успел. Какого черта мне... Че это вообще за колода такая? Причем здесь вот этот, например, хламон? Я не понимаю, ребят. Что тут, блин, происходит? Против ореха, к тому же, мы деремся. Да иди ты в пень. Ребята, будут ускоряться. Да нечего мне поставить. Еще лужей, кстати. Да пускай, наверное, пока... Пускай пока прокачивается, посмотрим. Друзья мои. Друзья мои. Флаконус. Созреет он, что-нибудь выстрелит. Стенорех. Окей. Перебьемся пока. Не, если он сейчас еще один орех запустит, то это все. Гриб. Так. Чуть-чуть. Давай так сделаем. Что-то, конечно, у меня такая ситуация, ребята. Это колода вообще как-то мрак. Ой,
Ты серьезно сейчас? Ты серьезно сейчас? Господи, друзья мои. Ну, если честно, в плане разгона, очень неплохо. Очень, ребята, стал неплохо он разгоняться. Но обосрался. Так, ладно, мы сейчас с тобой нанесите вспышку. Ребят, пойдемте заиграть за вспышку. За нашу миленькую, маленькую, смачненькую вспышечку. Да. Именно за нее мы сейчас будем с тобой рвать зомбарям жопу. По полной программе, не щадя живота. Так. Если здесь виноградинка, друзья мои, значит... Значит, здесь фруктовый микс. Ой, фруктовый микс. Фруктовая колода у нас. Фу, хорошо. Хорошо. Идет. Ну и что-то вышел. Так, ну у нас тут особо выбраться... Я бы не сказал, что много особо выборов было. Ой, ёпрзатый, я не туда хотел, ребята, блин. Ой, дурак, твою-то налево, ты чё, рыди? Ой, друзья, всё, это называется пережрал, блин. Хер ли ты мне свою говнюка сюда выставляешь, задолбал ты уже. Просто выводит из себя. Два пять. Что друзья хочет сделать? Здесь мне вот не совсем понятно. Ты видишь, что он делает, ребят? Он просто прокачивает своих фраерков. Хи-хи-я. Нет! Если он сейчас не потратит, ребята, у него хил там будет. Ну, я там смотрю, с картишками-то у него совсем-то все гнило. 4-4 монстра. Восемь. Пять и шесть. Одиннадцать. Все. Молекулярка, ну ты-то, блин, ну куда лезешь-то, твою налево, а? Все, хана мне, ребят. Разобрала вспышку разобрали. Ничего ты не поделаешь.
Ничегошеньки. Друзья мои. Ой, не поделаешь. Ладно, сранье. Погнали дальше. Ребята, извините, что я ругаюсь. Иногда просто хочется очень сильно поругаться. Бывает такое в жизни. Ой, какая вкусная штука. Хуй-то. Так, он заколебал уже, ребят. Ну, серьезно, заколебал. Хорошечно. Вот вспышки на солнце. Я сейчас не удивлюсь, ребята, если сейчас у него будет целая армия вот этих ублюдков. Один, два, да? Угу. Давай сделаем так. И вот так. У него молния же может быть. А это же, по-моему, тоже прокачиваться будет, да? По ХП. Нет. Не прокачивается. И еще два. 4 хп у меня останется. Господи, что натворил, блин, Рэй? Ребят, я сам себе нападаю. Тут я, конечно, себе, да. Пипец, просто пипец. Я не могу понять, что это за колода. Давай глянем. Так себе на самом деле колода, ребята. На хилак. Давай попробуем вот это, ребят. Это какая-то такая интересная колода. О, попробуем за нее сыграть. Она идет на хилах. Я хоть поменял колоду-то, блин. Так.
2 и 2, 4. Можем вот этого убрать. Блин, этот гриб сейчас мне подосрет. Блин. Конечно, подосрет. Ой, подсирала ты, а. Очко-то жимкнуло, я смотрю, у чмырета. Ну, я не знаю, что тут делать. У меня с картами просто беда. Просто, ребят, беда. Жадость, да? Может быть, кстати. Ну я-то без карт остался. Вообще без карт. Понимаешь? Кабачок. Привет. Да, ты видел, попал. Ты попал на тебе, вот я попал на расстрел. Черт, ты его побрал. Ребят, что-то вспышка на солнце. Раньше я... Раньше она была... Ага, три раза подряд проигрываешь, ну такая фигня. Раньше вспышка на солнце, это была вспышка на солнце, друзья мои. Сейчас это вспышка на жопе. Потому что, ну, никакого толку, профита никакого не дает, ребят. Вот и все. Ну давай смотреть. Зомби страна в том числе. У него телепорт, наверное, есть, да, друзья?
Да нет, он тратится. Тратится. Пускай тратится. Все? Ну, поехали. Пустые бутылочки, пустые бутылочки. Так, вот у меня вот единственное, что да, с надгробиями. Кавардак получается. Надо было этого-то тоже ставить, блин. Заморозочка, друзья мои, заморозочка. Что тупить-то, блин? Зачем вот это вот поставил он сюда? Ой, заморозку сюда сделал. Когда он мог здесь заморозить? Я, например, даже не в курсе, друзья, почему он так сделал. 48 ранг. Мне же язык заплетается, чувствуешь, да? А, вот так вот прокачиваешься. Прокачивайся, прокачивайся. Вот это вот мне не нравится, ребят. Так. Ну чё ты? Такая вот фигня от всего происходит, а? Знаешь, как, ребят, фигня происходит? В плане карт. У нас очень быстро заканчиваются карты. Ну, на вспышке. Очень быстро кончается карты. Она уже без карты. Она уже стоит голенькая. Берите меня, кто хочет. Знаешь, что такое вот. Оборзел, что ли? Очко играет, ребят. Просто очко играет. Ну какой? Ну какой молодой? Друзья мои. Ну какой в жопу молоток, ну епарсоте, ну. Ну смех. Подожди, у нас опять задание нанести ржавым разрядом 20 минут урона. Ну давай. Я не понимаю, есть ли у тебя спортивный клуб разряд? Какого хрена у тебя парень делает? Я не пойму, блин. Еще против розы, блин. Мы же все знаем прекрасно, что эта роза делает, блин. И как она делает.
она разгоняется. Так, что мы делаем? Если у него сейчас кабачок будет, это будет плохо, ребят, для меня. Кабачка, слава богу, не было. Кабачок, 12 стульев. Как думаешь, могилоед есть? Мне кажется, есть. Поехали. Он ждет этого дракона своего, понимаешь, ребят? Так, 7. Сейчас попробуем кое-что замутить, ребят. Не знаю, получится, нет? Превратит его сейчас, да? Зачем я ему атаку понижаю, ребят? Блин, если он сейчас его превратит, будет хреново, ребят. Если он сейчас его превратит в рыцаря. Нет, другого. Спасибо тебе огромное. Ну, здесь поставим защиту. А может, здесь поставить защиту. Давай сделаем так. Что еще тут можно замутить? Замутим так. Конечно, он будет этого превращать. Или замораживать, я не знаю, чем будет. Не самый лучший вариант, ребят.
Дождал. Ребят, дождался. Чувак дождался своего шанса. Ну, понял, что это бесполезно. Если бы это произошло чуть-чуть пораньше бы, вот это бы вышел бы чуть-чуть пораньше, ребят, то я бы отгребал бы дальше, чем видел, поверь мне. Дальше, чем видел, я бы отгребал. Подожди, у нас же все вроде бы, да? Да, ребят, я вроде задание выполнил. Эй, хрен с ним. А, гуляем по полной. Твою мать. Слушай, вот этот безмозглый базар. Вот этот вот. Как его звать-то? Говнашвили, блин. Он сейчас бонусные атаки будет что-то проводить. А мне знаешь, что самое обидное? Что мне даже поставить некому. Понимаешь? И хиляться я не буду сейчас. Я его сейчас раздавлю. Как клопа. Вот этого говнодава давим. Да и все. Ой, ребята, как-то дерьмовенько все пахнет здесь. Ты спросишь, почему пахнет дерьмовенько? Ну, потому что, ребят. Я валуном все равно тебя раздавлю, гаденыш. Нет, вот этого будем давить. Да, вот этого будем давить. Ух, Марусечка моя. Опа. Началось. Началось, друзья мои. Но я уже тут не справлюсь. 4-3-7 уже. А, хилка у меня есть еще. Хилка. Вуджас. Здравствуй. Здравствуй, родной. Видишь, меня тут разбирает потихоньку. Сосунка, блин. Ну что я могу здесь сделать, блин? Даже не знаю, друзья. Как-то... Чё как-то? 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 Как-то вот так, что ли, если сделать? Он сейчас будет разносить меня. Надеюсь, у тебя только банановая кожура здесь. Все, больше у тебя ничего нету. Ну ты серьезно, ну говнодава, блин, ты этого взял, блин. Да я даже не знаю, друзья мои, что мы тут. Что вы мне тут прикажете сделать? Если у него сейчас заклинашка есть, он, естественно, раздавит. Ребята, ну это совсем не в тему.
Да. Ну очко-то у него сыграло, согласись. Ты же видел его харю. Я даже не будь, ну как бы, я видя на том конце света, как у него рожа, блин, просто. Лишь бы что-то там не сделал. Говна кусок, блин. Щенок, блин, я опять, ребят, я забываюсь. Деменция, понимаешь? Я забываю, что надо переключить бойца. Я до сих пор ржавым разрядом играю, блин, по старой памяти. Гриб выходит на охоту, называется. Ты думаешь, я этому удивлен? Нисколечко. Я больше удивлен в другом, друзья. Почему мне не дают флакон? Почему мне не дают защитницу? Вот в чем я больше, ребята, удивлен, блин. А не вот в этом. Я не могу даже разрезать, но он сейчас в блок должен, по идее, попасть. Полудурок, что ли, я не пойму. Хорошо. У него три помостика, да? Ну, если так можно назвать. Один помостик только вот этот вот. Все, парень без карты. Ладно, ребят. Меня, в принципе, мне пофиг. Такой, так пускай будет такой расклад. Хорошо. Что нам там с одной картой сделать? Можем мне вопрос задать? Окей. Угу. Okay.
Интересно даже мне стало вдруг. Гениально. Просто, ребятушки, гениально. Ну, блок-то у него сработает, понятно. Что там? Кошель включил. Ну, он мне услугу сейчас в данный момент сделал, ребята. О, хорошо. Давай, парень. А он сейчас ходить не будет. Он сейчас не будет ходить. Он просто тупо вот так вот постоит. Потому что вот, насколько бы, ребята, я не был бы злой, но я всегда уважаю того, кто заканчивает игру честно. А вот это чмо. Я уже авансом его назвал чмом, потому что он сейчас простоит. Он не сделает свой ход. Да, я понимаю, ты проигрываешь. Ты можешь быть злой, ты можешь, блин, там материть, ругать своего противника или себя, что тебе не повезло. Но сделай ты ход-то свой. Сделай ты ход свой, блин. Или сдайся в конце концов. Вот бесит, когда ты время тянешь. Вот серьезно, ребята, вам говорю. Вот как на духу. Ненавижу вот этого. Говна кусок, блин. Я думал, что это моя последняя бутылочка, ребята. А потом вспомнил, что у меня еще вон там он в закромах лежит. Там более такой коктейльчик крепкий. Меня может развести. Я могу такую хуйню нести. Извините меня. Извини за мат. Так, друзья мои, ну что у нас там? Мы хотели за кого-то чего-то или что? Давай, знаешь, что сделаем сейчас с тобой? Так, ну, во-первых, мы примем наших ребят. Баруна, Редкат, Ятагава, Амир, ПЗТГ, Токчинский. Не в сети, не в сети, в рейтинговом бою. Вуджас, я так понимаю, Вуджас. Привет, Рэй, привет. Я ему не могу кинуть, ребята. А как вы кидаете мне, если в рейтинговом бою, блин? Так, на миссии растений. Молодец, бро. Уважаю. Так, на миссии зомби. На миссии зомби. Молодцы, красавчики. Красав... Подожди. Да. Развивайтесь, ребятушки, развивайтесь. Вот, знаешь, что мне хотелось бы? Вот мне бы хотелось бы здесь, чтобы они, знаешь, кого привнесли сюда? Вот в эту игру. У нас не хватает босса кукурузы. Ну, герой кукуруза. Потому что в растении против зомби. Короче, зомбовил, да? Так скажем, блин, назовем. Там был еще мистер кукуруза. Там был дракон. Вот этот вот Снэп Драгон. Но я бы не сказал, что это зубастизила. Зубастизила это отдельно идет. Там был Снэпдрагон и был кукуруза, босс кукуруза. Почему они его сюда не воткнули? Ну почему, ребята, не воткнули сюда мистера кукурузу, а? Я хочу, чтобы здесь был мистер кукуруза, блин. Они, главное, сюда эту каротин, бета-каротин воткнули, которая хрест, это вообще откуда взялась, если честно. Я ни в одной серии, ни предыдущих, ни последующих каротина и не был воткнут. И не пахло этой каротинкой. Ну не пахло, ребята, этой каротинкой. Здесь откуда взялась бета-каротин? Я не... Нет, пускай, я ничего не говорю. Бета-каротин, это хорошо, ребятушки. Это прям, ну, блин, прям великолепно. Ну откуда ты... Гадюка взялась, ты хоть предысторию хоть какую-то, хоть малейшую мне расскажите про нее, блин. Но ее нету. Ее нету. Не, ребят, если вы, конечно, осведомлены, то... Расскажи мне, пожалуйста, откуда взялась... Кто такая бета-каротин? Откуда она, блин, взялась, ребят? Ну откуда взялась бета-каротин? Вот я не знаю. Но она есть в игре. Причем как главный персонаж. Ну как главный персонаж. Ого-го-го-го. Смотри, что тут. Смотри, что тут делается.
Так, пират. Будет прокачка жесткая, да? Давай в блок, урод. Чтоб я его превратил в говнюка какого-то. Или что там с ним делать? Сейчас сюда поставить, да? Что-то. Что-то. Он прочерк, ребята, поставит. А, нет. Ну, он прокачивается будет, да? Ой, спасибо тебе. Под кукурузку, ребят, под кукурузочку. Самое милое дело, ребят. Под кукурузоньку браток попал под кукурузоньку. Сейчас посмотрим. Под кукурузоньку попал браток под кукурузоньку. Ну, давай. Да хоть ты тут 300 прочерков поставь мне. Похер на твои прочерки, щенок. Хорошо пошло. Ой, ну давай. У меня есть чем тебе ответить, щенок. Ну если ты так делаешь, твое дело, парень. Погнали, друзья мои. Погнали наши вор... Погнали и погнали. Друзья мои, я думаю, что это было справедливо. Не, ну конечно, я еще раз повторяю, друзья мои, когда ты выигрываешь, ты, конечно, рад. Рад. Я своей радости как бы не собираюсь там где-то ужимать. Когда проигрываю, я тоже не собираюсь ужимлять свои недовольства, свое вот это разочарование. Но я имею право. Имею, ребятушки, право немножечко насладиться своей победой. Я же не говорю, что эти победы легкие. Они не легкие. Далеко, ребят, не легкие. Они тяжелые. Надо думать. Ты думаешь, я просто так, о, беру свои... Не, вот ты, вот посмотри, кстати, самой первой серии. Самой-самой-самой первой серии по ПВЗГ. И ты поймешь, в чем разница. Я тогда вообще не понимал, что вот это такое значит. Что какой-то мишень. Почему, куда, что? Вообще, ребята, не вдуплял. Ну, серьезно говорю, я просто не вдуплял. Я даже сейчас не могу сказать, что я в этой игре ориентируюсь как рыба в океане. Я не могу этого сказать. Но я пытаюсь, ребят. Я пытаюсь. Так, смотри, он здесь... Это нахер? А здесь заморозочка. Гуляй, Вася называется. Ух, хорошечно. Он опять за свое, да? А, блин, у меня два ландшафта. Ой, блин. Ой, ребятушки, я топанул. У меня же здоровье-то фул. Это же надо было так выполнить, сейчас рейчик. Твою мать, а ты что делаешь? Что ты творишь? Ой, ребята. Фига. Фига, клоун. Смотри, что выстраивает, ребят.
Ну ладно, гнида. Я так подозреваю, он что-то хотел сделать, да? Карту он набирает, ребят. Ну, пускай набирает карту. Ну, что я могу сделать? Ну, набирает он карты, блин. Ну. Два. Блин, так не хочется тратить это все. Ой, ребят, ну как не хочется мне это все тратить. Ну ладно. Так в блок же пробил-то. А, он пробил моего этого, все, я понял. Извиняюсь. Не до чего. А, по-моему, все, друзья мои, песенка его спета, 8 единиц энергии у меня. Вот это я сейчас тупанул. Скидывает. Угу. Угу. Ну поехали. Такой расклад меня устраивает, друзья мои, вполне. Ты дебил, что я и пойму. Видимо, дебил. Я не знаю, кто здесь. Ну, теперь знаю. Это последнее, что он, ребята, применил здесь. Так, ну что, поехали? Там уж пускай заклинаниями там пользуется, чем хочет. По барабану абсолютно. Короче, он больше на акцент на заклинаниях делает, да? Красавчик. Я надеюсь, бомбы у него нету.
поможет. Кукурузочка, спасибо тебе огромное. Зайка ты моя. Хо-хо-хо, друзья мои. Ну, это все. Это же, я насколько помню, же два в лицо прилетает. Блин, нет. Два в лицо это не прилетает, друзья. Блин, я не так сделал. Не так сделал, Рэй, ну. Опять не так сделал. А, посмотрим, что у него там есть. За 8 энергии. Беспилотник, хорошо. А за 2 энергии еще вот сюда что-нибудь есть? Есть. Есть, да, значит? Самое видно, что я не смогу, ребят, ничего сделать. Хотя... Сейчас посмотрим. Есть? Ты серьезно, твою мать, у него... Блин, ребят. Он сейчас взял преимущество по картам. Все, фейл. Это фейл, друзья мои. Куриные бега, твою мать. Куриные, черт подери, бега, ты понимаешь? И прикинь, как игра делает, блядь, подло. Ему дают куриные бега за 2 единицы энергии. А мне дают именно того персонажа, которого я могу, он может уничтожить этими куриными бегами. Где, спрашивается, мать твою, справедливость? Где она? Я ее не вижу, ребята. Это чертов... Это, нет, понимаешь, рандом есть рандом. Но это рандом подставной, ребята. Это потому что, ну, так не могло совпасть. Что ему дают куриные бега, а тебе дают карту на 2 единички энергии. Ну, на 2, 2 и 2. 2 атаки, 2 хп. Ну, тебе патовая ситуация, понимаешь? Патовая. Это шах и мат, грубо говоря. Потому что ты ставишь заведомо то, что ты знаешь, что будет уничтожено. В моем случае я не знаю, что там. Я выставляю, он берет куриные бега. И понимаешь, я бы промолчал бы это в первый раз. Я бы промолчал, возможно, бы даже в пятый раз. Но если ты посмотришь мои выпуски... Я не говорю там с первого по последний, потому что с первого я там только учусь. Там своих ошибок хватает. С более поздних серий. Ты посмотри, как вот где мы проигрываем. Я еще раз, ребята, говорю, что я не пользуюсь колодами стандартными. Я не люблю копировать вот эти вот колоды. Как тебе объяснить-то? Знаешь, вот есть
в каждой игре есть пачка каких-то персонажей или которыми ты рулишь. Да, ты их качаешь, ты рулишь. Мета меняется, меняются персонажи. Я не иду по этому пути, я иду по своему. Да, я экспериментирую. Мне нужны персонажи, которые мне нравятся, которыми я люблю играть. Но игра такое ощущение, что она построена по определенным канонам. Если ты не будешь придерживаться именно вот этих вот самых стандартных комбинаций, ты будешь всегда в заднице. А я не хочу быть, блин, я не хочу быть как все. Я хочу быть... Да, пускай я буду хреновый, блин, игрок. Но и мне нравится моя колода. Я хочу именно своей колоды игры. Почему я должен, блядь, подстраиваться под кого-то, ёб твою мать? Ну, серьезно, ребят. Блин, где мой выбор, блин? Я хочу играть со своей колодой, блин. Кто сказал, что моя колода дерьмо, блин? Это рандом, ребята. Тебе может выпасть карты выпасть тебе могут в первом же заходе, которым ты просто разнесешь своего противника, оппонента. Понимаешь? Может не повезти. Ну, когда тебе не везет последние, блин, извини меня, 10, 15, 20 боев, ты начинаешь задумываться. А что-то здесь не так, почему так происходит? Причем за каждого персонажа. Ты играешь за одного, меняешь персонажа, меняешь колоды. И ну, да какого хрена? Либо это алгоритм игры, либо это корявые руки. Ну, опять же, ребята, я не могу сказать, что корявые руки, потому что поначалу, да, ты поначалу, конечно, ты сидишь, думаешь, блин... Возьму вот это, вот этого. В данный момент все наши колоды, они построены на симбионе. То есть карта на хилах, карта на прокачках, карта на заморозках. Вот не карта, а колоды. Они друг друга дополняют. Ну, игра делает такой вот мега противный шаг, потому что я больше уверен, что это делает игра. Кто еще может сделать? Что вот ты, даже при наличии охрененных карт, при наличии офигенной тактики, ты все равно проиграешь. Вот все равно ты проиграешь. Вот, какой бы ты топ ни был, не может так быть, чтобы тебе выпадали все время такие карты, которые тебе нужны. И это бесит. Ладно, ребят, сейчас минутку перерыва и продолжим. Так, что, ребят, продолжаем. Продолжаем наши супер-пупер баталии. Пошла тяжелая артиллерия. Ух, какой. Ой, жестко, ребят. Намешал, блин, я завтра боюсь. Не проснусь, нафиг. Так, что такое? Ой. У меня уже сразу... До окончания тарифа остался один день. Так. Ну, понятно, короче. Не то. Ой. Нептусь. Ребятушки, ну опять же, смотрите. Опять какая-то фигня идет. Ну что это такое? Ну... У меня треха, это ближайший ход. Треха. Ну, три энергии. За три энергии, при условии, что он сейчас есть, может вызвать осьминога, там еще что-нибудь. Половину... Все равно неприятно. Половину хп может отнять. Понимаешь, о чем я? Давай я сделаю так. Вот кого он сюда поставит? Кого? Интересно, девки пляшут. Так. Здесь уже немножко. Здесь немножко другая ситуация, друзья мои. Я тебе могу даже объяснить, какая хреновая для меня. Во-первых, ландшафт, который притягивает. То есть следующую карту, которую я поставлю, она, естественно, пойдет сюда. Естественно, он будет прокачиваться за счет добора карт. То есть, как бы,
Бабуля надвое сказала. Если бы у меня был бы как родничок, как это делается у ореха. Ну, родник. Плохи дела, ребят. Плохи мои дела, блин. Твою мать. Мне невыгодно этого парня ставить сюда. Корнишон же, да? Корнишон, если не ошибаюсь, это. И вот задумалась игра, блин. А, артишок. Артишок, запомни, Рэй, артишок. Какой-то, к чёрту матери, корнишон. Чё ты несёшь, блин? Корнишон и артишок. Блин, если он сейчас, ребята, ничего не поставит. Понятно, что он тут влупит. Понятно, ребят. Он же осьминога поставит своего, да? 4, 5. На 5 у меня ничего нету. На 6, 6 есть у меня наш родимый патиссон. Или это... Не, это банан. Патиссон. Банан это, ребят. Банан отдум. Ну, правильно, у него такая голова раздутая. Так, интересно, у кого это проблема со связью? У меня или у него? Как ты думаешь? Я думаю, что у него. Да. Бананадум, к сожалению, не успел себя проявить. А он хотел. Он нас жаждал, ребятушки. Он прям рвался в бой. И опять же это... Кто ты стукал? Стуки. Да ты, блин, игра, ну ты серьезно? Ну ты что делаешь, твою мать, блин? Ну какое 6-8-8? Ну, ребята, блин, ну пиздец. Ну, у меня других слов просто нету. Ну, 6-8-8. Ну куда, блин? Ёб твою мать, блин, ну. Какое нахрен 6-8-8, блин, просто нет слов, ребят. Ты представляешь, чтобы дойти до этих стандартов, сколько нужно сделать всего? 6-8-8. Ублюдок, а? Молодец, красава, твою мать. Сделал мне подарочек, блин. А чё он тут притихарился? Ну давай я так сделаю. Этого я, наверное, трогать не буду пока. Хорошо. Рикошет. Идиотский, ребята, план был у него. Хотя, хрен узнает, идиотский или нет. Thank you.
Рэй, ты чё, дебил кусок? Ты нахрена пос... Ёпарасоте! Вот это да, друзья мои. Вот это я сейчас тупанул. Ну, я думаю, ты понимаешь, в чем суть дерьма, блин, всего. Нет? Не понимаешь? Я хренею, ребята. Мне хана. Я, блядь, в шоке. Четыре, и что я за три ему поставлю, блин? Так и смысл? Что мне это даст? Мне это ни хрена не даст вообще. Пипец, идиот, блин. Я херею себя, ребята. Никогда не садитесь играть, ребята, в игры, когда у вас, блин, нетрезвый ум, блин, и неясные мысли, блин. Вот что я могу сказать тебе одно. Это пипец, просто тупануть так надо было, а? На ровном месте. Какого хрена ты ставишь туда и замораживаешь совсем другого, когда у тебя стоит прочерк впереди? Дебил ты, Рэй. Просто дебил, блин. Я в шоке, блин. Я, друзья мои, в шоке. Что это говно вылезло здесь, я не понимаю. Ну, у меня нет слов, ребят. Ну что это... Окей. Мы же понимаем прекрасно, что эта тварь не выживет здесь. Вытягивай там, что хочешь. Опять за свое, ребят. Он опять за свое, блин. Мы уже видели, мы уже встречались с вами с... Блин, вот... Вот как это можно назвать, ребят? Две карты выпало, ребят. Mm-hmm.
Молодец. Правильно, побежал сразу шаманить. Что еще ему снится? Ну и что еще? Конечно, только так. У меня, правда, может быть вирус, ребят. Блин, ну это... Этого уничтожим потом. Выкинем. Нет, заморозим. Или выкинем. Я не знаю, как лучше делать. Как лучше нам делать? Есть, ну да, ракета. Ну, есть вирус. А вот как ты думаешь, у него есть? Блять, 8. Бомба стоит 8. Я рискну, ребят. Я просто рискну. На свой страх и риск. Он ландшафт может поменять. Нету. У него не оказалось, да? Ой, ребята. Слушай, если сейчас... Если сейчас все правильно сделаем, то ему будет очень плохо. Ну, тут возможно, да. Тут тоже не плохо. Вот этого главное, чтобы он не тронул. Там пускай хоть звук увеличивается, ребят. Не очень хорошо. Блин, 6-3. Ну, надеемся, что это в блок попадет. Давай в блок. Красава. Превращаем его так в говно в какое-нибудь. И начинаем его давить. Просто, друзья мои, давить. Как щенка. Не надо. Не надо бурных аплодисментов. Я принимаю все. И даже бурные аплодисменты.
Нет, ну на самом деле, согласись, красивый был. Красивый был бой с таким вот противником. И я тебе не могу сказать, что я себя чувствовал уверенным. Ты можешь сейчас что хочешь лепетать. Вот, Рэй, ты знал. Какого хрена, чего я знал? Я знать ничего не мог заранее вообще, ребят. Исход боя тем более. Какая... Благодатушки. Ну, здравствуй, радость моя. Ну, что ты? Пипец. Вот, друзья мои, элементарный пример фейла. Выпадает карты. Понимаешь, все бы хорошо. Все бы, абсолютно все хорошо, ребят. Но нету вот... Ну что, заморозка там или что у нас там будет? Опять же, не хватает мощей. И что делает? Ну что он там, ну что он там может сделать, блядь? Ой, блин. Давай так, чтобы наверняка. Уточка. Хрень, пускай будет уточка. Какая лучше будет уточка, ребят, чем что-либо там еще. Кстати, очень даже неплохо карта выпала, ребят, но успею ли я ей воспользоваться? Это вопрос. Да хрен тебе, говна кусок. Чё, мне кажется, что ничего хорошего, ребята, здесь мне не светит. У меня даже 6 энергии нет. Помидорка может еще как-то выручить меня на пару хп. Жадность будешь тратить, свой гад, или нет? У него нет кровожадности, ребят. Ты дашь мне сегодня нормально что-нибудь или нет, блин? В конце-то концов ты запалил уже просто, Рэй. Чего? Давай так сделаем. Давайте. Я тебя понял. В24, да? И тут 4-8, блин, хреново.
Рикошет. Что там было за сообщение, ребят? Давай поиграем. Не видел. Да какой вызов-то, блин. Проблема немножко в другом, друзья мои. Кто там сидит? 5-1. Оу! О, вот это да, вот это. Я с тобой ни разу не играл. Вот, 15. Ну, давай, Вовчик, сыграем. Абсолютно. Пока я такой на расслабоне. На чили. Давай, я тебе сейчас кину вызов. И сыграешь ты со мной хоть раз. Так, Вовка. За кого он там будет сейчас играть, я не знаю. Хороший выбор. Хороший выбор. Разгром против Розы. В принципе, неплохо. На гаргантюахах, ребята, заходит на изи. Ну вот, с такой колодой тем более. Разорвать есть шанс. У тебя. Меня. Так что давай. Не теряй этот шанс, парень. Ты не новичок? Бывалый, так скажем. Неплохо. Но немножко не то. Хотя, как в плане набора, да. Карта хорошая. Ну, давай проверим. Проверим тебя на вшивость. Есть у тебя суперудар этот мощный? Или нет? Я уже не знаю, как это. Ребят, как? Как же крохи достать? Блин, самое вкусное, это, ребята, крохи. Вот это зря. Тут зря был, блин. О, тем более зря. Это не оправдывает тебя. Но я тебя на следующем ходу распетрушу. Да, ты берешь карту, ты все это как бы все правильно делаешь. Но здесь, да, здесь может быть что-то. Что-то неприятное будет. Ну смотри, в чем суть. Я делаю так. И вот так. И вот что теперь? Ну, допустим. При использовании заклинания... А, вот у тебя как есть. А вот теперь подумай дальше. Что может быть, если ты не поменял ландшафт? Вот этого парня видишь? Смотри внимательно. Да, я не спорю, ты взял. Ети. Ну. И все. Теперь смотри, что будет дальше. Я не стал сюда ставить на прикрытие. Потому что мне и этого парня достаточно. До 20. Понимаешь, да? К чему я клоню? Смотри дальше. Смотри, у меня комба выпадает. У меня сейчас есть охрененный вариант, но я сделаю вот так. Меня вот этот вариант не устраивает, поэтому я делаю вот так. Ну да. Ты куда? С
сори, это моя ошибка. Вот сейчас была моя ошибка, ребят. Я его должен был сверху поставить. Ладно, под кукурузу пойдет. Ну, может убрать, конечно, сейчас. Ну, понятно. Ну, кукурузу, понимаешь, еще никто не отменял. Ну что делать с бедолагой? Только бомбить, ребят. И вот теперь представь, у тебя сейчас останется всего лишь 4 хп. А, ну... Тогда чуть побольше. 10. Ты не забыл... Ну, как... Я говорю, как будто он видит мне... Нет. Это тебе не поможет. И это тебе не поможет, парень. Смотри внимательно. Так вот делаем. И делаем вот так вот. Дабы он не переместился, ему край. Все. Я еще хинусь от этого. У меня фулл хп. У меня близится грань. Вообще, для чего, ребята, я это говорю? Чтобы вы в дальнейшем, когда видите мое видео, понимали, к чему я клоню. И какие могут быть варианты, например, у Розы. Или там еще у какого-то персонажа. То есть, чтобы вы не расслаблялись. Вот видишь, вот он думает, что это хорошо. То есть, круто сделал. 5-4-3. То есть, присчитываем урон. Вообще, если все это прикинуть, я вот так вот делаю. Даже если он сейчас уничтожит мне, он, ребята, в любом случае попадет в блок. Он не стал так делать. Теперь смотри. Ну, ну такой себе, согласись. Мне сейчас поставить просто нашего, как его звать-то, блин? Как его увеличать? Ну, я нажал специально, ребят, чтобы посмотреть. Питая, питая, господи. Это не поможет. То, что там шаманул, там что. Поможет тебе только одно. Вот это уже интересно. У нас фулл хп, ребят, да? Поэтому мы сделаем следующим образом. Безумие здесь никак не поможет тебе, потому что тебе уже все в край. Ну, уже. Лавлов. Приятно было поиграть. В принципе, все нормально. Но... Ну, слабоват. Пока слабоват. Ищи что-то такое вот... Что-то такое проникающее, чтобы, знаешь, чтобы я вот... вот знаешь, я вот... Мыслю стандартно. Нет, это не сильная колода. Просто за все время, когда ты дерешься на аренах, приблизительно понимаешь, кто против тебя будет выступать. И приблизительно ты понимаешь, какие будут колоды. Но здесь рандом. И вот постарайся так сделать, чтобы вот непредсказуемость. Вот персонаж, ну я, например, там думаю, что ты сейчас поставишь такую-то карту, а ты бац и удивляешь меня. Я просто... Я не беру в расчет то, что когда может такое произойти. Ну, предположим, ну не повезло тебе с начальной рукой. Ну вот, вот не везет тебе с начальной рукой. Ты хоть ты, вот хоть ты головой расшибись, но вот рука у тебя не та. Вот не та у тебя рука. Ты терпишь, ты ждешь нужную карту. И под твою карту поставляется еще какая-то определенная карта. И вот ты тут начинаешь психовать. Вот, удиви.
удиви, удиви сам себя даже удиви. Не то, что меня, удиви себя или там оппонента, или кого-то там. Вот. Делай нестандартную, ломай логику, логику ломай, и все тогда пойдет, ребят. Не смотрите вы вот эти вот обзоры. Нет, ну как бы не смотреть обзоры? Нет, вы смотрите обзоры, но вы не копируете то, что вам показывают. Немножко подключайте свой мозг, в конце концов. Не копируйте прям вот идеально. Вот мне не нравится там эта карта, мне не нравится эта карта. Так поменяй ее, поменяй под свой, вот под свой ракурс. Как тебе приятнее бить, так или так? Поменял, хоп-хоп, смотришь, прогрессик пошел. А раз прогрессик пошел, значит есть профит. Есть стремиться к чему-то. Так что, ребят, в этой игре, вообще в карточных батлах, смекалка. Смекалка, именно обманка, вот это я считаю, что все-таки фаворит в этих играх. Потому что в шахматах, да, в шахматы это отдельная тема. Там все предельно ясно, кто, куда, что и чего, и как, и почему. Здесь немножко другое, ты не знаешь, какая тебе выпадет карта, понимаешь? Какая тебе выпадет карта? Тут все зависит от того, что тебе дадут в руки. Если тебе дали нужную карту, ты фаворит. Если тебе дали фуфло, ты лузер. Поэтому маневрируем. Маневрируем, ребята, и все будет у нас окей. Даже мы говорим, ну, потому что вот... Потому что вот так вот, ребята, вот... Это тоже, они могли бы тебе помочь, если бы у меня бы не было определенных карт. Ладно, ребятушки, мы едем дальше. Главное, что мы сезон с вами взяли. Сезончик взяли. То есть все по полке. В черепашках, ребята, я еще, к сожалению. Понимаете, самое обидное, что у меня вот эти серии запаздывают на неделю, грубо говоря. Понимаешь? Они отсняты хрен знает когда, а я выкладываю их, и они... Фейл. Вот, друзья мои, вот. Типичный фейл. Пипец. Я ее превращу, конечно, в говно какое-нибудь. Так себе говно, я тебе скажу. Ох, мать. Последняя бутылочка на сегодня, ребятушки. Последняя. А мне и поставить-то никого. Блин, мне кое-куда хочется сходить. И нет сил. Кто бы сомневался, что ты так гад сделаешь. Бля, ребят, тут пауза, блин. Твою мать. Ладно, попробую. Попробую сделать так. Так, что там, выпала заморозка? Ну, давай сюда. Фигня все равно, ребят, получается. А что я тут сделаю-то? Серьезно? Окей. Okay.
вирус. Блин. Какого? Че вы, друзья мои? О, все, мне край. Я не успел поставить. Я хотел, но я не успел. Две кукурузы это... О, блин, все. Опять в ноль. В ноль вышел. Так, друзья мои, знаете что? Давайте мы, наверное, на сегодня закончим. В ноль вышел. Вот. Головоломную даже не буду решать. Вот. На сегодня мы закончим. Обязательно увидимся уже в следующей серии. И продолжим. Да. Пока я тут чего-нибудь не наговорил лишнего. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.